Монета 2 копейки 1865 года. Период правления императора Александра II. Екатеринбургский монетный двор. На реверсе монеты между двумя цветочными розетками в форме цветков клевера прописан ее номинал. Цифра 2. Под ней обозначено название денежной единицы. Одной горизонтальной строкой надпись «Копейки». Под ней указан год чеканки монеты. Дата 1865. Ниже под горизонтальным разделителем в виде двух разнонаправленных линий с точкой посередине отчеканены мелкие буквы «Е.М.». Дословно «Екатеринбургская монета». Знак Екатеринбургского монетного двора. Вокруг информации о монете расположен декоративный венок. Сверху, снизу, слева и справа перевязанный крест-накрест лентой. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов. На аверсе все поле монеты занимает малый государственный герб Российской империи образца 1856 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены орденской лентой ордена святого апостола Андрея Первозванного и символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское, а также данное Богом единство царственного священства в лице народа, власти и религии. На груди орла расположен московский герб. Щит с изображением святого Георгия Победоносца верхом на коне, копьем поражающего змеевидного дракона с крыльями. Изображение развернуто влево. Вокруг щита орденская цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых и распущенных крыльях орла размещены гербы царств Казанского, Польского, Херсонеса-Таврического, объединенные в один герб гербы великих княжеств Киевского, Владимирского и Новгородского, царств Астраханского, Сибирского, Грузинского и Великого княжества Финляндского. В правой лапе орла скипетр, означающий самодержца, в левой держава, означающая держателя. Символы государственной власти императора. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов. Гурт монеты гладкий. Монета отчеканена из меди. Период выпуска монеты с 1859 по 1867 год. Вес монеты 10,24 грамма. Диаметр 28,3 миллиметра. Толщина 1,95 миллиметра. Чеканили монету на Екатеринбургском монетном дворе тиражом 26 920 800 штук. Средняя цена монеты составляет 189 рублей и зависит от степени износа.